Денис. У тебя так много девиц, все они нереальной красоты. Денис. Ты весь такой зашибись, мы хотим быть такими, как ты. Денис. Всем привет, меня зовут Денис Федоренко, и это мой новый блог. Туманно сегодня утро. Чё так рано проснулся? Потому что у нас сегодня работа в Болеро. Привет. Когда? А что ты делаешь? Кушаю. Кушаешь? Это все докушаю. А давай говори. Можешь кушать и говорить. Да, с полудом нельзя говорить. Нюха выпил два стакана. Чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар. Можно предложить конфетки. Чай. Вот мы уже приехали. Куда мы приехали? О боже. А, Болеро, точно. Дорога была неудобная, потому что на автобусе, потом еще и на метро с пересадками, потом еще раз на автобусе. И вот, наконец-то, мы возле Болеро. Ждем еще одного аниматора, Антошку. Я обязательно вас познакомлю с ним. Это Яна. Привет. Привет, Антон. Привет. Как дела? Привет. Мы уже задержались. Пойдем. Простите, я чуть-чуть это... Завтыкал. Это Антон, наш третий аниматор. Ну все, мы пойдем рываться, разрывать этот Болеро Галина. Да, да. Зайчик. Энтони. Какие винегарные. Хвост, хвост, хвост. Ну я вообще мужик в парике. Чумачечий. Не похож. А я похож на кролика? Да. А что вы танцуете? Хип, хип-хоп, да? И, ага, ага, не. Ай, оп, отлично. Ой, только осторожно. Ай, оп. Больно. Больно кролику за уши дергать.